дьявол. О, прикольные всякие штучки. А где вообще самые обычные? Походу их нет. Так. Всем привет! Привет, мои хорошие. Блин. Ладно. О, блинчик. Ребятки, всем приветик. О, блин, блинчик сгорел. Ребят, прикиньте, блинчик сгорел. Ну ладно. Блин, с вами. Пока там искала этот чудный фильтр. Так, хочу вам сказать. Страничку старую у меня украли, так как вы знаете, да? Ее уже, скорее всего, ну, пока есть маленький процент того, что могут вернуть, но не факт. Поэтому теперь моя основная страничка вот эта. Прошу вас мне помочь как можно больше репост на вашей страничке, сторисы, не знаю, все что угодно. Отмечайте меня, помогите мне вернуть моих любимых подписчиков. У меня их было 109 тысяч, сейчас у меня 11 тысяч, но я вас все равно люблю. Спасибо, что вы со мной, вы меня не бросили, вы меня нашли. Мне очень приятно, но мне хотелось бы, чтобы вас было больше, как и тогда. Вот, поэтому, ребят, пожалуйста, давайте активненько вернемся ко мне на эту страничку. Я буду вас очень-очень-очень ждать. Так. Что скажете насчет помощи мне? Привет, привет, мои хорошие. Всем привет. Ого, вас тут 100. Ой. Всем приветик. Я готовлю блинчики. Так. Настюша, почему темно? У нас выключили свет, поэтому я и вышла в прямой эфир, пока у нас стоп-мотор. О, Ванечка, привет, душа хулигана. Маленький ябочка спит. Так. Сейчас еще этот сгорит, не дай бог. Ребятки, с папой, конечно, общаюсь, с папой. Конечно, я с ним общаюсь. Ну, у нас просто съемочный процесс приостановлен, а плита работает. Плита, такое все, микроволновка, это все работает. Ну, там какой-то процесс идет того, что сейчас не может работать камера. Поэтому пока мы вот так обходимся. Так, я раньше была заблокирована на старой странице, теперь могу здесь следить за тобой. А почему ты была заблокирована? Ты, наверное, мне гадости писала какие-то? Я блокирую всех, кто пишет мне гадости. Я такой же человек, как и вы. У меня также есть, ну, как говорится, нервы. Наверное, нервы мои сдали, раз я вас заблокировала. Значит, много неприятного вы мне писали, наверное. Приветики. Приветики. Так. А старую страничку вернуть нельзя? Ну, пока еще мне точный ответ не дают. Возможно, можно будет вернуть, но это очень маленький процент. Не знаю пока. Посмотрим. Больше не буду писать гадости. Хорошо, договорились. Если будут гадости, я заблокирую обязательно. Волосы у меня не нарощенные, волосы у меня свои. И цвет, длина, и густота. Аня с Валерой. Нарощенные? Нет, свои. Русые, светло-русые у меня. Так.
извини, больше не буду писать гадости. Я тебя извиняю. Я считаю, что каждому человеку необходимо давать шанс на исправление. Детей, да, планируем, но только после свадьбы. Какой у тебя телефон? Ну, у меня 7 на самом деле. Нет сейчас возможности купить другой. Я очень хочу дочку на самом деле. Очень сильно. Это моя мечта — родить дочку. А потом сыночка. Так, дома. Передай, пожалуйста, привет. Привет. Блин, горит. Спасибо, что напомнили. Он действительно опять горит. У меня все блины красивые получились, а два вот этих не очень. Красотка, спасибо. Да, там очень был интересная страничка, очень интересная страничка была, но, увы, есть такие люди, твари, которым интересней на этом понаживиться. Любви вам и удачи, спасибо и вам тоже, горит. Да, нет, сейчас уже нормально, в принципе, норм. Все, у меня остался один блинчик, и я, в принципе, справилась. Привет. Не знаю, я тут в прямом эфире. Блинчики готовлю в прямом эфире. На самом деле очень плохо. Да? Так. У вас как дела? Нормально. Так, здравствуйте, душа хулигана, здравствуйте. Косметику жду. Косметика должна прийти? Ну, завтра, да, заодно. Все, последний блинчик. И я... сделала. Так, кто пришел? Марина пришла. Марина, ты самая клевая, шикарная. Спасибочки большое, мне очень приятно. Так, у тебя парень крутой юморист, все четко говорит в лицо. Это факт. Согласна. Волосы нарощены ли свои волосы? У меня свои. Надин Картавцева, привет. Привет, привет, всем привет. Так, ну хоть последний нормально сделаю. Блинчик. Сделаю. Так. Очень красивые волосы, очень. Спасибо большое, вы лучшие, спасибо. Когда готовить? Волосы собирают, я знаю. Так, не горит? Нет. Передай привет. Так, я уже не успела. Привет, в общем. Так, вы красивые, спасибо. Мы в VIP-доме живем. В VIP-доме. С Миленой не общаюсь. Первую хочу дочку, а потом мальчика. И вам хорошего дня, спасибо большое. Потом пойду собираться на шоу ББ. Мы сейчас поедем на шоу. Так, ты классная, я тебя люблю, передай всем приветик, в общем. Все хорошо. Недолюбливала, но потом поняла, что ты очень классная. Благодарю, мне очень приятно. Айсель, пожалуйста, передайте привет. Привет, Айсель. Милена в прямом эфире, я не слежу за ней. Настюх, ты клевая. Спасибо, приветик, привет. Так, сколько хочешь... Я, ребятки, это сделала. Я умничка. Я спасибо. Я приготовила кучу блинов. Я кормила. Могу спокойненько заняться уборкой. Сейчас я беру. Самое искреннее и прямо... участники, обожаю вас. Вас любим. Так, ребятки, ты где? На кухне. Волосы. Мама, нет, не делаю, ботокс сам делаю. Mm-hmm.
Ну что, ребята, останемся, будете наблюдать, я буду уборкой заниматься, с вами пообщаться. Как я люблю, и я вас люблю. Про площадку, про ремонт я ничего не говорю. Заикаешься. Наверное, плохая связь. Ребятки, так что? Такая пусечка. Спасибо. Так, привет. Привет, мои хорошие. Ой, потеряла. Зависла. Интернет очень плохой, ребят.